Почти 400 домов Биробиджана остались без тепла. Похолодало в ряде школьных и дошкольных учреждений. И городская ТЭЦ заявила об утечке на тепломагистрали и на время проведения восстановительных работ была вынуждена остановить подачу горячей воды с 9 утра. Авария на теплотрассе в районе дома номер 63 по улице Пионерской поставила на ноги все экстренные службы региона. На месте работают сотрудники Хабаровской теплосетевой компании, в чьем ведомстве находится Биробиджанская ТЭЦ. Вырвало участок трубы диаметра 800, там как бы отверстие не очень большое, значит, место определено, сейчас трубопровод практически опустошен, мы видим место повреждения, в принципе, понимаем, как это делать. Огромное спасибо, конечно, городу, МЧС помогает, администрация края, значит, горводоканал, городские тепловые сети. По словам руководителя ХТСК, работы движутся в усиленном темпе, во многом благодаря слаженной работе всех команд. По плану они должны завершиться до 17 часов, однако есть повод надеяться на досрочное их окончание. И уже в 8 вечера жители Биробиджана смогут снова насладиться долгожданным теплом. Ситуацию с отключениями держит на особом контроле областная прокуратура. Организован мониторинг температурного режима в многоквартирных домах и социальных объектах. Звонки от замерзающих горожан принимаются в круглосуточном режиме по телефону указанному на экране. Ольга Тимченко, Богдан Патрин, Новости 21.